Многие, господи, многие часто ржут с меня и не понимают вообще, почему я хожу постоянно с большим рюкзаком. Сейчас я вам покажу, почему. Первое отделение. Здесь чехол от фотоаппарата, GoPro, вода, купила йогурт. У меня есть вот такие вот хлопья, это отрубные хлопья, и, соответственно, ложка. Бомбер, на всякий случай, если вдруг холодно станет, штатив, зарядка. Также кошелек, вот здесь чек какой-то, мои карточки, паспорт, ключ запасной и ручка. Ключ запасной, потому что у меня один уже мой сломался. Так, дальше. В маленьком отделении, как полагается, салфетки мокрые, интимные салфетки, лейкопластыри, платок, термальная вода, антисептик, бальзам, резинка и от мозолей средства. Ну а также телефон у меня в боковом кармане. Также у меня еще в боковом кармане часто моя влоговая камера. Вот такие вот дела, ребятки. Я не знаю, кто что там носит в своих чемоданах, но когда я куда-то хожу и что-то вам снимаю, что-то хочу показать, у меня часто всегда с собой вот такой рюкзак, потому что в него все помещается, абсолютно все, поэтому почему бы с ним и не ходить? Я понимаю, многих заботит тот факт, что я девушка, и нужно как-то там... У меня есть это все, но не в тот момент, когда я хожу, что-то снимаю, куда-то в поход хожу, а считайте, это мини-поход. Поэтому какая может быть мини-сумочка, если тут этого даже иногда мало? Чао!